Всем привет! Продолжаем знакомиться с Linux. И сегодня, точнее, знакомиться с терминалом, с командным интерпретатором. Вот. Ну, вкратце о том, что такое командный интерпретатор. Вот как бы компьютер, как мы уже знаем, совсем не умный или не совсем умный или вообще не умный. Компьютер просто выполняет набор, последовательный набор команд. То есть мы либо пишем программу, программируем, дальше компилятор переводит это в машинный код, и компьютер это все выполняет. Либо же мы можем, там, когда мы запускаем другие какие-то различные программы, то есть с помощью этих программ управлять инструкциями. Вот. И есть такая штука в Unix-подобных системах, как интерпретаторы команд. Вот. Еще называют терминалом, по-разному могут называть. Вот. И эти интерпретаторы или оболочки, можно еще так назвать, оболочки предоставляют пользователям богатые возможности по работе с операционной системой. Вот. К примеру, скопировать файлы из одного места в другой. Мы человеческим языком говорим: скопируй файлы туда-то, да, другому человеку, или перенеси то одно, один ящик. Этот ящик там в другое место. Вот. Компьютеру уже нужно это сказать, но с помощью специальных команд. Вот. И вот как раз вот этот интерпретатор, терминал, оболочка, она и является вот этим интерпретатором. Вот. С помощью которого мы говорим компьютеру, что делать. Соответственно, ну, к примеру, в Unix-подобных системах не обязательно для того, чтобы загрузилась графическая часть. Иногда бывает так, что и графическая часть, ну, там, сломалась, скажем так, не работает. Но всегда есть доступ к терминалу. И с помощью этого терминала мы можем работать с ядром, с операционной системой. И выполнять множество полезных программ. И выполнять множество полезных действий. Вот. Мы будем рассматривать пока, возможно, когда-то и другие оболочки, но на данный момент мы будем рассматривать Shell. Точнее, не Shell, а Bash. Что такое Bash? Ну, в Linux обычно самая распространенная была Shell оболочка. Вот так пишется. Это разработчиком был Стивен Борн, такой человек. Вот. Дальше он улучшил эту оболочку. Вот. И она называлась Bash. Так, как Bash, вот так вот. То есть это все тот же Shell. Вот, видите, Shell. Again. Борне, по-моему, вот так вот. То есть все тот же Shell Борна, вот Bash, но улучшенный. Вот. И в Linux'ах, ну, не знаю, как во всех, их много. Ну, по крайней мере, давайте возьмем Ubuntu, вот Debian, да, то там по умолчанию обычно Bash, командный интерпретатор. Вот. Так. Так, и помимо тех команд, которые мы вводим в терминале, то есть вот здесь, да, мы что-то вводим там, давайте pvd, к примеру, покажет текущий каталог, вот. Эти команды, последовательность таких команд, можно записать в файл и выполнить этот файл. И эти файлы называются скриптами. Это довольно полезно не только, ну, знать о скриптах, уметь их хоть как-то там в каком-то варианте писать. Вот это полезно не только программистам, но и обычным пользователям. Ну, даже не обычным пользователям, можно сказать, продвинутым пользователям.
Вот, потому что там мы можем записать какой-то определенный порядок действий. И чтобы каждый раз в терминале это не вводить, мы можем запускать скрипт. Так вот, скрипт это как раз у нас просто список команд системы, которые записаны в файл. Вот. И эти скрипты довольно часто помогают сохранить нам время. Немало времени. Вот. Запустив скрипт, мы можем что-то скачать, разархивировать, найти там что-то, заменить то, что нашли, на что-то другое, потом скопировать куда-то, удалить эти файлы, ну и т.д. и т.п. То есть очень богатые возможности предоставляют вот такие вот скрипты. Помимо просто списка команд, эти скрипты еще как бы они... Ну, то есть, есть какой-то даже язык. Не просто набор команд в файле, а еще поддержка какого-то своего языка. Там есть возможность даже создавать циклы, какие-то простые переменные, массивы. Вот. Ну, со временем на примерах это разберем. То есть, на примерах. То есть, что сегодня разберем? Сегодня разберем такой пример. Как... Вы знаете, у меня есть на GitHub репозитории, вот, их 10 штук, ну и, соответственно, напишем скрипт, который будет выкачивать все эти репозитории. Если же репозитории, ну, как бы директория с определенным репозиторием уже есть, то сделаем проверку, а есть ли обновление на сервере, то есть на GitHub. Если эти обновления есть, то мы обновим вся до последних обновлений. Вот. Вот такой скрипт, который просто там раз мы, ну, каждый день можно, к примеру, просыпаться. Ну, это вы можете не мои репозитории выкачивать, а какие-то другие, но выполнив этот скрипт, не надо писать там тонну команд, там 10-20 команд для всего этого добра. То есть просто можно выполнить один раз один файл. И более того, это все можно еще закинуть в автозагрузку системы. Соответственно, вообще ничего не надо делать. Каждый раз у вас будет запускаться там ваш нужный вам скрипт и выполнять нужные вам действия. Вот. Для тех, кому не повезло, ну, скажем так, кому... Для тех, кто молод и ему нужны деньги, вот, и так уж получилось, он использует операционную систему Windows, то там с Bash'ом тоже можно работать. Для этого нужно поставить cygwin. Вот такую штуку поставьте. И там полноценный командный интерпретатор, и там можно доставлять очень много полезных Unix-овых приложений, Тулзовин, там, софт, и по-разному можно называть, вот. Ну, полезных программок, которые в основном для всех Unix-систем доступны. Итак, с чего же начнем? Точнее, с чего все это начинается? Начинается написание скриптов. Это с обычным файлом. В данном случае я пока это в текстовом редакторе делаю. Возможно, я потом найду какой-то удобный, я просто еще не искал, удобный редактор именно для написания bash скриптов, чтобы была подсветка синтаксиса, возможно, подсказки по командам. Вот. Ну, возможно, но не обещаю. Так вот, это мы создаем файлик. Ну, лучше расширение у него .sh сделать, чтобы показать, что это shell скрипт. Вот. И в первом строчке у нас должна быть вот такая запись. Эта запись указывает путь к программе этого, собственно говоря, интерпретатора, который будет понимать, что здесь написано, и переводить компьютеру, и говорить компьютеру, что нужно делать. То есть, опять-таки, здесь будет какой-то человеческий язык, а этот интерпретатор будет говорить компьютеру уже на его языке, что нужно делать. Вот. Так вот, с символа решетки обычно начинается комментарий. Comment. Вот. Но есть исключение. Для первой строчки нашего скрипта, если после... Это только для первой строчки.
если, а может и не для первой, ну, потом проверим. Короче, если после решетки идет знак восклицания, то это означает, что это путь к нашему командному интерпретатору. Дальше же у нас все воспринимается, если это решетка, то как комментарий. Вот, вот так. Ну, потом проверим, с первой или не с первой. Вот, лучше пусть с первой будет. Дальше, смотрим. Что нам нужно сделать еще? Есть у нас вот этот скрипт. Дальше, но этого недостаточно, чтобы запустить его на выполнение. Для запуска его на выполнение ему нужно указать, то есть операционной системе нужно указать, что этот файл исполняемый. Вот. В Windows, к примеру, то, что файл исполняемый, это у нас там есть разные расширения, да, там exe, com, mci, там еще какие-то, вот. Тут же мы должны поставить определенные права. Ну, в Linux, вот. В этих правах есть такая специальная галочка, которая показывает, что файл исполняемый. Соответственно, что его можно запускать. И Linux, когда видит, что файл запускаемый, начинает что? Ну, выполнять его. То есть он может проанализировать, что это shell скрипт, начнет shell. Если это бинарник, то начнет там выполнять сразу же инструкции. Так вот, как же сделать так, чтобы этот файл стал исполняемым? Нажимаю Ctrl-O, сворачиваю наш Midnight Commander, и здесь нужны права пользователя. То есть sudo, и что я пишу? shmod, это специальная команда, с помощью которой мы можем у файлов менять разные флаги. Вот. И плюс x, это означает, мы установим, что файл исполняемый, и вот for test. Ввести мне нужно пароль, ввел, и все. И теперь давайте с помощью команды ls посмотрим. ls зеленым цветом вывела, значит, все хорошо, файл исполняемый. Тут мы видим, что звездочка, значит, все, файл исполняем. Есть. Ну, теперь давайте выполним наш скрипт. For test. Выполнили, все хорошо, ничего не произошло. Reload сделаем. Дальше. Ну, давайте перед выполнением нашего скрипта очистим наш терминал. Выполним команду clear. F12. Давайте. Опа. Как мы видим, очищается наш терминал. Ну, как очищается? Он не очищается. Вот здесь вся история есть. Но все сдвигается вверх. И, короче, мы не видим, что было до этого. Вот. Это хорошо. Уже какой-то самый первый скрипт написали. Ну и по классике давайте напишем Hello World. Для вывода информации на экран используется вот такая команда echo. И в кавычках мы можем написать какой-то текст. Hello, давайте, bash. Вот. То есть команда echo, ну, у нее есть еще какие-то аргументы. Сегодня мы парочку из них рассмотрим, но вот эта команда выводит нам сообщение на экран. Выполняем. Какая-то ерунда. А что ерунда? Какая-то неправильная очистка. Hello. А, ну все правильно. Очистил экран. Вот результат выполнения нашего скрипта. И дальше опять вот. Все нормально. Что мы видим? Вывели то, что хотели. То есть команда hello, ой, echo, как бы выводит определенные, ну, нужные нам сообщения, плюс может выводить еще значения разных переменных. Ну, к примеру, у переменных, то есть я буду стараться детально не влазить по каждой команде. То есть моя идея заключается в следующем. Все это будем рассматривать на каких-то примерах. Вот, какой сегодня будет пример, я уже озвучил. Так вот, давайте, к примеру, команда. Ну, точнее не команда, а переменная. Давайте какую-то var. Variable равно hello.
В данном этапе у нас будет локальная переменная с именем var и со значением hello. Как же ее вывести? Выводить и вывести ее можно вот так вот. То есть мы ставим знак доллара и var. Пробуем. Видим, работает hello. Но я бы советовал выводить вот так вот. Сейчас. Вот. Почему? Потому что может быть так, что нам нужно сформировать какое-то сообщение. К примеру, там QWERTY какое-то. И дальше... или давайте вот так вот. Нам нужно сложить к этому hello, прибавить пробел и world. Так, так. Так вот, чтобы вывести в... Вот таким вот способом. Мы можем что? Поставить знак доллара. Давайте поставим знак доллара. Доллара, где он, блин? Вот он. Вывели hello. Но как же нам добавить сюда пробел? Ну, давайте. Давайте вот так вот назовем. Hello. World. Без пробела. Просто у нас будет сложено без пробела. World. Вот. Вот. Давайте. World. Две используем переменные. И что у нас получилось? World. World. Да. Вот. Смотрите, в чем проблема. Когда мы будем слаживать переменные, либо вот так вот сделаем, давайте var, как бы это hello, и добавим world. Попробуем вывести. Что? Ничего не вывело. Почему? Потому что командный интерпретатор видит, ага, думает, это переменная. И какая переменная? Ой, var нету, ё-моё, давайте hello. Вот так вот. Ну тоже ничего. И оно смотрит, это hello переменная, либо это h переменная, либо это he, либо это hello world переменная. То есть, как вы видите, здесь уже неоднозначность и неочевидность. Соответственно, для таких вещей лучше делать вот так. Он видит знак доллара, видит фигурные скобки, понимает, вот имя этой переменной. Давайте проверим. Вот, то есть это работать будет всегда. То есть 100% всегда во всех башах будет работать. Что мы видим? Hello world. Все. Так, ладно, давайте, это все мелочи. Об этих мелочах, я думаю, опишу в блоге. И давайте лучше приступим к тому, о чем я сказал. О написании скрипта, который будет выкачивать из репозитория проекта. Вот. Ну, первым делом давайте создадим такую переменную, folder, которая будет хранить директорию. То есть уже те, кто пользовался моими репозиториями, знают, что оно у меня все по-хорошему должно лежать в определенной папочке. И в этой папочке будет 10 других папочек, то есть самих репозиториев. И у каждого есть название. И давайте начнем с нашего первого репозитория. Вот, cbeginning. Beginning. Вот. То есть вот такое название папки. Первым делом нам нужно проверить, существует ли эта директория или нет. Для того, чтобы проверить, вот такая конструкция. Есть возможность написания всяких условий, да, ветвлений. If, else, вот. Даже кейсы есть. Ну, об этом в других примерах. Так, if. В if само условие проверяется в вот этих вот квадратных скобках. И самое главное, должны быть пробелы между. То есть, когда мы создаем переменную и что-то ей присваиваем, то пробелов не должно быть. Вот. Но в if-ах, между if-ом и этой квадратной скобкой пробел, потом между квадратной скобкой и самим вот здесь условием, тоже, короче, все должно быть разделено пробелом. Пробелами, кроме вот таких вот штук, вот таких вот штук. Ну, сейчас разберемся. Итак, для того, чтобы проверить директорию. То есть, вот этот список команд я в блоге приведу. Возможно, это будет сегодня или завтра. Вот. Но для проверки директории нам нужно
можно, нужно вот использовать такой if. То есть вот это d. И после d нам нужно указать какую директорию. В директории нужно проверить вот такую, существует ли. А для того, чтобы получить значение этой переменной, мы помним, нужно делать, лучше сделать вот так вот. То есть знак доллара и значение этой переменной. Давайте скопируем фолдер. Далее. Далее лучше, не обязательно, но лучше с новой строки написать then. Если есть директория, то давайте выведем просто какое-то сообщение. Эхо. Окей. Ну. Можно else, иначе. Not. Окей. И завершим. Конец if-а у нас пишется вот так вот. If только наоборот. F-I. Вот. И давайте выполним этот скрипт. Как мы видим, выявилось not okay. Директории нету. Хорошо, значит, у нас уже мы определяем, есть директория или нету. Значит, если директории нету, то нам нужно с гита ее выкачать. Да? Вот, ну, давайте для этого создадим еще такую штуку, как URL. У нас просто много репозиториев, и у каждого будет свой адрес. Вот. И давайте этому URL, давайте даже вот так вот, cbeginning URL равно. И присвоим, собственно говоря, тот адрес, там https. Вот дальше github.com, далее ccpp просто было и cbeginning.git. Вот. И теперь, если у нас этой директории нету, значит репозиторий не выкачан. Если он не выкачан, значит нам нужно его скачать. Хорошо, давайте эхо это оставим. Это эхо оставим. Напишем, что директории нету. Folder not exist. Вот. Is not, наверное. Ну ладно, пусть not, короче. И выполним команду гита. Git clone и... Вот, собственно, передадим значение вот этой нашей переменной. Git clone cbeginning URL. Так? Так. Вот. И давайте выполним. Давайте выполним. Что мы видим? Так. Beginning, наверное, неправильно у меня написан адрес. Так, пару сек. Все правильно у меня было с адресом, у меня не было интернета. Вот, отключен был. Так, пробуем еще раз. Клонинг, как мы видим, склонировалось. И вот эта папочка у нас уже появилась. Репозиторий выкачался. Вот, но нам было бы хорошо, если бы мы некоторые вещи еще выделяли из общей массы, потому что у нас здесь все выявилось, ну, одним цветом, одним шрифтом, короче, нету выделения, что все хорошо, что там началось клонирование. Ну, давайте запустим сейчас еще раз этот скрипт. Окей, окей, это означает, что директория существует, вот. То по-хорошему надо было бы вот это, может быть, выделить каким-то цветом и вот это. Команда echo нам позволяет это сделать. К примеру, давайте выделим то, что директории не существует, ну, каким-то цветом. Как это сделать? У команды echo есть такой аргумент. E. Ну, E это ищет escape последовательности. Ладно, и так уже 24 минуты видео. Не буду углубляться. Так вот, выделить вот этот текст определенным цветом. Для этого надо написать вот так. Slash E. Дальше, вот такую сложную конструкцию. 31 M.
Что это означает? Это означает, что вот этот цвет на самом деле, а это просто шифруется для командного интерпретатора, он понимает, что когда слэш Е квадратная скобка, то после этого идет цвет. И цвет заканчивается символом М. Так вот, цвета буковок начинаются от 30 и до 37. А фон буковок на фоне, то есть они по умолчанию на черном фоне. Но фон тоже можно задать. И фон начинается от 40 циферок до 47. Вот. Но нам нужно выделить это. Это, по-моему, будет красный, наверное. Или давайте не будем это выделять. Это не выделяем, а выделим результат выполнения нашей программы. Вот. И выделим зеленым цветом. Смотрите. Зеленым цветом, да. Если вы помните, тот, кто уже программировал, то наши функции main, наша функция main, она возвращала, то есть самая главная функция, она возвращала что-то, 0 или не 0. Так вот, те, кто не знаком с bash скриптами, те будут и дальше полагать, что не обязательно возвращать какое-то значение. Я вам могу сказать, что обязательно. Потому что для того, чтобы в баше, ну, в командном интерпретаторе узнать, выполнилась ли программа корректно или нет, то есть завершилась она корректно или нет. Так вот, мы можем узнать тот код возврата, который вернула функция main. Обычно, если программа завершается успешно, она возвращает 0. Так вот, мы сейчас можем посмотреть, успешно ли завершилась команда, то есть программа git, ну, с такими аргументами клон. Вот. Если ее main вернула 0, значит, она выполнилась успешно. Соответственно, если она выполнилась успешно, то давайте зеленым цветом об этом напишем, что все хорошо и репозиторий был выкачан. Так вот, как же узнать, с каким кодом завершилась программа? Для этого есть специальный вот такой символ. Если знак доллара и вопроса, то есть это у нас такая штука, она возвращает результат выполнения команды, самой последней, ну, программы, самой последней. Самая последняя программа у нас была выполнена, у нас была git clone. Значит, вот здесь какое-то значение, 0 или не 0, да, там другие значения. Если это 0, то программа выполнилась успешно. Так вот, как же сравнивать целочисленные значения? С помощью специальной вот такой конструкции. Equal, короче, то есть, ну, типа равны или не равны. И в кавычках мы указываем числовое значение. Вот, то есть мы сравниваем результат выполнения последней команды программы с нулем. Если они равны, то давайте об этом напишем. И напишем, подсветим там зеленым цветом. Для этого мы помним, мы ставим E, чтобы искала эти escape специальные символы. Дальше ставим вот так вот E. Ну, там зеленый цвет, по-моему, 32. Вот, это потом завершаем. И folder. Repo. Clone is OK. И дальше нам нужно вернуть цвета, потому что это переключит bash в все, что будет выводиться дальше, будет зеленым цветом. Нам нужно переключить в режим по умолчанию. Это делается вот так вот. E, опять-таки. И 39. M. Вот. Вот так вот. Ну, об этом будет либо у меня в блоге, либо в интернетах найдете. Дальше. Нам нужно указать, какая folder была склонирована. В данном случае вот она, folder. Значит, мы помним, делаем вот так вот и пишем.
И теперь давайте проверим. Как мы это проверим? Удаляем эту директорию и запустим заново наш скрипт. Что мы видим? Директория была склонирована из репозитория и зеленым цветом написала, что все окей. Нажмем Enter, окей, окей. Ну, у нас теперь срабатывает вот это условие. Директория есть. Соответственно, если директория есть, то давайте об этом напишем. Так, давайте тут не фолдер, давайте сделаем вот так вот, чтобы все это было по-людски. А вот, и тут напишем, что существует, короче, вот так вот. Вот, и, если она существует, правильно или неправильно? Так, если она существует, нам нужно проверить, есть ли обновление. Вот. Как мы это можем сделать? Ну, давайте сразу напишем. Лучше, когда мы пишем bash скрипты, лучше все-таки у пользователя спрашивать. Потому что это может случайно там запустить, и в результате она делает дело. Лучше у пользователя спрашивать. Поэтому давайте... Что мы у него спросим? Try. Попробуй типа обновить. To update. Вот. И давайте. Даже не так вот. Идет попытка обновления. Напишем. Try to update. Вот. Ну и давайте вот это, что у нас наша папочка существует, подсветим красным цветом. Помним, E пишем, дальше квадратную скобку, и красный был RGB. RG это 32, green, а R 31, значит, да. Вот M. Подсветим эту папочку folder exist и дальше переключим в цвет по умолчанию. Так, вот оно. Есть. И попытаемся обновить. Теперь, если директория у нас есть, значит нам нужно туда перейти. Правильно? Правильно. Вот. Переходим в саму эту директорию. Так как она уже есть. И дальше вот, это я уже не буду рассказывать, что это такое. Это проверка, есть ли обновление. Кстати, этот скрипт, если у вас были локальные изменения в репозитории, он все перезапишет. Поэтому будьте внимательны. То есть, были у вас изменения, выполнили этот скрипт, к примеру, как у меня, вот так вот написали все. И он перезапишет, чтобы потом не было проблем, что вот скрипт, короче... перезаписал все. Вот. Так. Это вот такая запись. Это мы просто выполняем целый набор команд. Git rev list, потом head. Это такой способ определить режим, есть ли обновление. Master. То есть, если вы вот это вот выполните где? Оно вот в этом репозитории, то есть вот здесь, то оно вам вернет, есть ли обновление на сервере или нету. То есть, если нолик, то обновления нету. Если же не нолик, то значит есть обновление. Значит, нужно там, ну, это число, оно укажет, сколько там различных было коммитов последних, вот заливок. Вот, ну, времени уже мало, поэтому. Проверяем наш аккаунт. Мы помним. Ну, давайте вот так вот все-таки делать. Так. Так, и нам проверить надо это числовое значение, с больше оно нуля или не больше. Ну, для этого есть вот такая штука, GT, greater. То есть, вот это больше, вот greater... чем 0. Если больше, значит, мы понимаем, что нужно обновить. F и вот так вот. Соответственно,
И вот здесь на этом этапе нам нужно спросить у пользователя. Давайте я вот так вот уже буду копировать. Первым делом я переключу в красный цвет наш терминал. Вот я переключил, а вот здесь я могу его переключить в режим по умолчанию. Между всем этим добром вот я спрошу у пользователя. Есть специальная такая команда read. Read, она читает из терминала, что-то. Вот так вот. Update, update. Спросим yes, no. Она что-то читает и записывает вот в переменную вот сюда. Answer. Вот. Соответственно, она прочитает то, что я введу. Нажму Enter. И запишет в answer, в ответ. И теперь нам нужно проверить, если наш answer. Так, для сравнения строк, по-моему, надо это все в строку и заключать. Вот. Ну, если строки сравниваем, то мы можем использовать вот это вот. Yes. Это если числовые значения, то надо вот так вот. Greater, там меньше, больше, равно или нет. Вот. Так, FE. Так, если yes пользователь нажал, то что мы делаем? Мы выполняем вот такие команды. Git, fetch, all и git reset, вот, hard, origin master. То есть вот это добро все ваши локальные изменения перезатрет. Вот. И что мы еще забыли? Нужно, точнее не забыли, а главное не забыть выйти, вернуться в ту директорию, в которой мы были. Ну, мы помним, есть такая команда cd, кнопка back, да, тире, и это возвращает в директорию обратно. Давайте выполним наш скрипт, попробуем. В линии 22 ошибка. F и up. А, Zen. Забыл Zen. Хорошо. cbeginning.exist написала попытка обновления. Обновлений, походу, нет. А, есть еще у меня ошибка в скрипте тоже. С 13-е. Count. Так, сейчас я разберусь. В общем, я немного подправил, тут чуть подфиксировал, вот. На этом мы остановимся. Ваша задача, смотрите, ну, на примере моих репозиториев, либо же на примере других, но вот эту всю ерунду теперь, запихнуть в функцию, то есть создать функцию, запихнуть вот это все. По факту туда функции нужно будет передавать путь к репозиторию и директорию. И там, к примеру, вызвать 10 раз подряд эту функцию вот здесь, но с разными вот значениями. Соответственно, ну почему 10 раз? К примеру, у меня 10 репозиторий. То есть либо это все можно скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V, и скрипт будет довольно-таки большой. 10 вот таких кусков одинаковых. Либо же создать функцию. Ну, я думаю, идею поняли. Вот, и теперь давайте быстренько опять пробежимся, что здесь происходит. Так, вот это я уберу, If, D, видим, это специальные проверки. Можно проверить на директорию, на файл, является ли он исполняемый и т.д. и т.п. Вот. Проверяем, есть ли директория. Если директория существует, пишем об этом, подсвечиваем, что... Давайте я вот это уберу. Вот, подсвечивает определенным цветом и идет попытка обновиться. То есть переходим в директорию, выполняем гитовскую команду, смотрим, сколько... ну, то есть у меня там была небольшая ошибка, я писал фигурные скобки. Надо просто обычные скобки. То есть в обычных скобках это если нам надо выполнить команду, у которой есть аргументы, ну, то есть... Как вы видите, они здесь есть. Здесь есть git,
и вернуть то, что эта команда, то есть эта команда возвращает какое-то количество. И то есть если нам куда-то нужно это записать, то есть выполнять команду с аргументами можно вот, но вопрос, а как же записать результат работы этой программы? Ну, к примеру, в переменную там FFF. То есть здесь будет ошибка. Соответственно, нужно как-то экранировать. Это делается вот так вот. Скобочки. И вот так вот знак доллара. Вот, ну да ладно. Вот, выполняем гитовскую команду, получаем, сколько там есть ревизий. Ну, как бы, апдейтов, коммитов последних. Если же вот этот аккаунт greater больше, чем 0, то есть вот таким вот способом, с помощью специальных вот таких вот команд, можно сказать, сравниваются числовые значения. Так вот, если оно больше, чем 0, значит, есть обновление. Значит, мы у пользователя спрашиваем, можно ли обновить или нет. Команда read читает что-то с консоли сразу же с той строчки. То есть, видите, у меня здесь пробел, enter нет. И записывает результат в answer, в переменную ответа, да, answer. Answer. Вот, соответственно, сравнивать строки, ну, соответственно, вот здесь мы сравниваем, yes или no. Это в самом простом виде. Он может написать 2 y, и уже сравнение не сработает. Вот. Но строки сравниваются чуть по-другому. Обычными равно. Не 2 равно, а 1. Да? И больше, меньше тоже. Числовые же значения сравниваются вот с помощью вот этого. Так вот, если пользователь нажал там y и нажал enter, то мы жестко все обнуляем и перезаписываем наш репозиторий. Иначе... А, и возвращаемся в предыдущую директорию. Зачем нам возвращаться в предыдущую директорию? А только за тем, что если это будет функция, к примеру, то мы зашли сюда, проверили тут гитом, есть ли обновление. Если есть, обновили и вышли сюда. И на этом этапе мы продолжаем клонировать другие репозитории. Вот. Иначе же, если в папочке это нету, то мы пишем, клонируем наш репозиторий, смотрим, успешно ли завершилась git клон и т.д. и т.п. Давайте последний раз проверим. Я удаляю и запускаю скрипт. Чик, все хорошо. И запускаю повторно его. Beginning. Вот. Ну, можно еще как-то выделить. Уже существует. То есть добавить сюда еще фон. Ну, к примеру, вот так вот. Попытались обновиться, обновляться нечему. Ну, и все отлично. Вот такой вот скрипт. Поэтому попробуйте это все запихнуть в функции. Вот, поэтому, надеюсь, это не сильно... Ого, 42 минуты. Ладно, прошу прощения за такую задержку. Вот. Дальше мы будем тоже разбирать на каких-то конкретных примерах. То есть эти скрипты не просто там... разбирать каждую команду, а на конкретно живых примерах. Вот, соответственно, если есть у вас какие-то идеи, пишите, комментируйте, делитесь этим видео, подписывайтесь обязательно. Ну и все. Всем спасибо за внимание, всем пока.